Добрый день, дорогие телезрители, меня зовут Мельниченко Андрей, и сегодня я вам расскажу, как нужно правильно в домашних условиях делать растяжки. Растяжка будет способствовать вам держать ваш организм в тонусе, ваши мышцы, связки и фасции эластичными. Особенно упражнения на растяжку будут помогать вам взбодриться по утрам, для того, чтобы ваш день прошел активно. Начнем мы с шейной гимнастики. Первое, что мы делаем в шейной гимнастике, это мягкие наклоны головы вперед, назад, вправо, влево. Делаем по 5-6 наклончиков в каждую сторону. Второе в шейной гимнастике, это мягкие повороты головы вправо, влево. Голову поворачиваем строго до прямой линии с плечом. Третье упражнение в шейной гимнастике. Вращение головы за часовой стрелочкой и против часовой стрелочки. Вращение начинаем с короткой амплитудой, постепенно увеличивая круг вращения. И четвертое упражнение в шейной гимнастике – это мягкая протяжка. Прижимаем подбородочек к левому плечику и мягенько протягиваем к правому. Делаем тоже 5-6 таких протяжечек. Вот с чего начинается наша разминочка. Далее растягиваем мышцы рук. Берем ладони в замочек, разворачиваем ладонями от себя и вытягиваем ручки вперед, максимально тянем. Такая фиксация на 5-10 секунд. Далее ручки в замочек и точно таким же образом тянемся вверх. Можно даже потянуться на носочки, подняться. Фиксируемся на 5-10 секунд, максимально тянемся вверх. Следующее, растягиваем мышцы и связочки предплечья. Одну ручку ставим перед собой, берем кисть второй руки и мягенько тянем кисть вниз. На 5-10 секунд зафиксировались до ощущения натяжения мышц и связочек. Потом разворачиваем ладонь кверху и точно таким же образом вытягиваем кисть вниз. Следующее упражнение – это замочек. Ручки ложим вот в данном положении. Стараемся пальчиками максимально сцепиться в замок. В данном положении сохраняем 10-15 секунд. Следующее – растягиваем грудные мышцы, а также частично мышцы плеча. Дома вы можете подойти к дверям, взяться за косяк одной рукой, разворачиваемся спиной к косяку, вторую ручку максимально выводим в сторону и смотрим перед собой. Фиксируемся тоже на 10-15 секунд. Одной ручкой и развернулись второй ручкой. В следующей передаче я расскажу вам, как можно растянуть мышцы спины, а также мышцы ног. Спасибо за внимание. До новых встреч!